Всем привет! Сегодня приготовим спаржу по-корейски. Купила вот такой вот готовый набор. В его составе была сухая спаржа и заправка для салата. Обычно не люблю использовать готовые заправки. Состав показался довольно-таки натуральным. Посмотрим, что из этого получится. Соевую спаржу замочила на ночь. За ночь она увеличилась в объеме и стала мягкой. Нарезаю спаржу на вот такие небольшие кусочки. Затем добавляю одну тертую морковь и пару зубчиков чеснока. Салат заправляю готовой заправкой. Попробовав салат, решила, что в следующий раз буду заправлять сама. Когда будете замачивать спаржу, возьмите на вооружение совет: меняйте воду несколько раз, так как спаржа изначально идет соленая. Попробовав салат, мне не хватило сахара, поэтому добавила столовую ложку и еще немножко соевого. Салат оставляю мариноваться на пару часов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Отличного настроения и приятного аппетита!